Всем привет! Вы на канале Cool Kids. Сегодня будет необычный выпуск. Как вы уже поняли, мы находимся на стадионе «Локомотив». Сейчас идет репетиция показа последней финальной серии «Игра престолов». Да, это я, потому что попросил отключить монитор. Сейчас у нас уже приходят зрители. Друзья, я не знаю, как вы относитесь к этому фильму. Я отношусь к нему на самом деле так себе, потому что я, если честно, не смотрел ни одной серии. Но посмотрим, сколько сегодня народу придет. Вроде обещают, что билеты куплены все, и трибуны будут заполнены полностью. Вот он экран, собственно говоря, на котором будет показываться сегодня последняя заключительная серия «Игры престолов». Будем, собственно, сегодня наблюдать и смотреть. Посмотрим, сколько будет народу, и посмотрим, как это будет все выглядеть. Пока, вы видите, идет репетиция. Еще очень мало людей. Ну, я пришел, на самом деле, заранее, за час где-то до начала всего представления. То есть, ну, будем сейчас смотреть, что будет происходить на стадионе до самого показа. Вот тут маленькое количество зрителей уже пытаются аплодировать. Большой кайф для всех. Все, спасибо вам. Ребят, на самом деле, это получается не зрители хлопают, а это вот группа поддержки, которая будет во время, собственно, самого представления поддерживать и направлять людей на то, чтобы они аплодировали в определенный нужный момент. Вот такая тема. Друзья, ну я не знаю, как вам, посмотрим, что получится, будет ли интересно. Я думаю, что будет интересно. Еще хотел сказать, что почему я сегодня без детей, хотя, собственно, у нас детский канал. Здесь сегодня история такая, что тут 16+, поэтому, конечно же, без детей, и поэтому я один. Ребят, и пока сейчас как раз затихла музыка, можно спокойно поговорить, пообщаться. Напишите, кстати, в комментариях, кто смотрел вообще этот сериал, может быть, одну серию, может, две серии, может быть, вообще весь сезон вы смотрели, вернее, все сезоны. Может быть, только какой-то один сезон. Кому нравится, кому не нравится, напишите в комментариях, нравится ли вам этот сериал «Игра престолов». А сегодня мы посмотрим вместе с вами финальную серию этого сериала. Все приготовления, я так понимаю, закончены. До начала показа осталось час. Организаторы обещают начать где-то в 21 или в 21. Посмотрим вообще, как будет сегодня все происходить. Я читал очень много отзывов и комментариев по этому поводу, по поводу того, что сегодня будет происходить здесь. Кто говорит, что будет плохой звук, некачественное видео там и так далее. Ну, посмотрим, все увидите своими глазами. Возможно, так и будет, а возможно, все будет супер. Как заявляют организаторы, 12 метров этот экран. Но мне кажется, что для такого стадиона экран немножко маловат. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Друзья, ну я вам хочу сказать честно, что я вообще первый раз на такого рода мероприятии. Я, конечно, ходил с детьми, мы ходили, это видео у нас есть на нашем канале, где мы с детьми ходили на Лигу чемпионов, когда играл «Локомотив». Вот, это, конечно, классно все, да, мы были на чемпионате мира, это тоже видео есть у нас на канале, чемпионат мира в России. Это, конечно, классное зрелище, но я еще никогда не ходил на стадион на показ фильма. Какой бы он крутой там ни был, этот фильм, но я даже не представляю себе, как это будет все выглядеть. Сейчас вместе с вами посмотрим. Друзья, я специально вышел со стадиона, чтобы сказать, что сейчас уже буквально через несколько секунд, минут начинается сам показ. События.
происходило то, во что никто не был готов поверить. Что драконы живы.
вместе проводим главный сериал планеты навсегда. Слушайте мою клятву и будьте свидетелями моего обета. Ночь наступила, и мой дозор среди семи королевств окончен. Я продолжу жить и смотреть все стоящие сериалы на своем посту. Я проводник света экранов во тьме. Я дозорный среди невообразимых миров. Я щит, который охраняет царство долгих рассказов. Я отдаю свою жизнь и честь лучшим сериалам в эту ночь и во все грядущие. И в знак подтверждения моих намерений я ослепляю эту ночь своим светом. Давайте зажжем огни и послушаем главную тему сериала в последний раз. Давайте зажжем огни и послушаем главную тему сериала в последний раз. Сегодняшнего показа я передал и жду от вас ваших лайков, комментариев, что понравилось, что не понравилось. И до встречи, всем пока, подписывайтесь на канал.